Итак, дорогие мои друзья, всем большой-большой привет! Рад вас всех видеть на своем канале «Вязание с Татьяной». И сегодня, конечно, будет у нас снова очередной обзор по пряже. Я сегодня добралась до последнего мешка. Последний мешок у нас из Екатеринбурга. Все, это последний, пятый, по-моему, обзор на сегодняшний день. Следующие уже обзоры будут чуть позже. Вся пряжа у меня, что была, что приходила, спицы все разобрано. И вот наступил черед уже до Екатеринбурга. Добралась я до этого мешка, разгребла немножко комнату. Итак, давайте начнем просмотр. Ну и вкратце я хочу сказать, для новеньких участников всю информацию, как найти, как присоединиться к нам, вы найдете под этим видео в инфобоксе, если перейдете по ссылке в группу ВКонтакте. Группа ВКонтакте «Вязание с Татьяной». Там мы собираем такие нужные нам товары для рукоделия. Итак, давайте, девочки, начнем просмотр, чтобы уже не затягивать, да, эфир. Время 8, я, как всегда, после работы. Давайте смотреть, что у нас пришло. Рассказовская пряжа, шерсть натуральная, девочки. 250 грамм, один моток, 1500 метров, цвет 0,9. Ну и состав 100% шерсть. Открывать не буду, потому что они запаянные. Таких две упаковки пришло. Вот я вытащила вторую таблеточку. Если будут еще, я буду показывать еще. Дальше. Две упаковочки. Ярнард Виолет. Изумрудный цвет. 50 грамм, 282 метра, 100% мерсеризованный хлопок. Вот такой вот Ярнард Виолет. Цвет 63-34. Так, сразу здесь, в принципе, поставка небольшая. Что-то здесь лежит, будем с вами сразу смотреть. Тут и спицы лежат, небольшое их количество, потому что поставочка была достаточно маленькая. Так, здесь у нас носочные деревянные спицы. Так, фокус теряется у меня. Попробую сейчас отрегулировать немножко. Деревянные спицы – это самые простые, самые бюджетные варианты. Но они вполне себе приличные, я хочу сказать, и за символическую стоимость. Разные размеры. Они начинаются от двоечки, 20 сантиметров спицы. Так, дальше давайте посмотрим, что здесь. Пакет. И в нем какая-то у нас с вами мелочевка. Ну, посмотрим в любом случае. Так, спицы. Это бюджетные налески, спицы, 80 тросик, 2,5. 40 сантиметров, 2,5. Так, реплика Чиагу, 120 сантиметров, номер 2,5. Хорошие спицы, мне они очень понравились, я носочки вяжу на них сейчас. Так, лесочка 40, номер 2. Бюджетный вариант, очень хороший, кстати. Я вот ими очень часто вяжу, когда мне не хватает спиц или просто я их вижу под рукой первые, но с нужным номером я их беру. На сменку это вполне отличный вариант. Спицы 80, номер 2,5. Тем более у них очень хорошие цены были. Сейчас не знаю. Так, счетчики рядов, девочки. Вот такие они разноцветные пришли. Это обычные счетчики без подсветки. Ну, я думаю, мало кто пользуется подсветкой. Я их даже сейчас не беру. Но они вполне долго играющие, я хочу сказать. У меня за все время, сколько я вот занимаюсь, сколько пользуюсь, не знаю, полетело, наверное, 2 или 3 счетчика. И то там не батарейка села, он просто отваливается там от ремешка. И уже неудобно его использовать, я его поэтому выкидываю. Но, согласитесь, там за 40 рублей пропользоваться им год и не жалко выкинуть. Так, маркировочки, девочки. Две упаковочки. И вот такие вот, вот такой канцелярский ножик один. Так, мелочевку с вами посмотрели.
Так, достаем дальше. Что дальше? Так, здесь одна моталочка пришла. Пока одна, может быть, она всего лишь одна, не знаю. Ну, немножечко помятая. Далее пряжа Alize Bamboo Fine. Красненькая. Красненькая пряжа. 100% бамбук. Цвет номер 56. В 100 граммах 440 метров. Это летняя пряжа. Дальше Alize Diva. Вот так, такой красивой расцветочки она. Дива Батик от Alize. Цвет 21-30. 100 грамм 350 метров. Состав 100% микрофибра. Готовимся, готовимся к весне, к лету. Так, дальше, девчонки. Вот такая вот новенькая пряжа. Я ее ни разу еще не получала. Это китайская пряжа. 5 моточков. Упаковочка, к сожалению, лопнула. Но я ее сейчас заклею. Попробую, да? Чтобы она дальше хоть не поехала. Ни слова по-русски, ничего не могу, наверное, вам сказать по ней. Да. А вот здесь ровница. Овечья шерсть. 35, альпака 25 и акрила 40. Цвет первый бежевый. 5 моточков, ну по 50 граммотки, естественно. Дальше одна упаковочка Alize Softy Plus. Нежно-голубого цвета. 5 мотков. Цвет номер 500. Ну, я не буду открывать ее. 100 грамм 120 метров. Это 100% микрополиэстер. Дальше. Пряжа от Siam Сапфир. 100% вискоза, 500 метров, 100 граммах. То есть одна катушечка, здесь 500 метров. Цвет номер 968, светло-серый. Вот она, катушка 100-граммовая. Дальше пайетки. Две упаковочки ассорти. По 25 грамм один моточек. Две упаковки. Дальше. Alize Natural Букле. Темно-синий цвет. Так, что-то у меня камера. Попробуем. Вот такая вот упаковка. Ну, давайте я вам ее... Она вскрывается. Я ее, в принципе, помню в прошлой поставке. Получал. Нет, не буду, девочки, вскрывать. 100 грамм 200 метров. Цвет 60-25. 49 шерсти. 24 хлопок и 24 акрил. Да, как, по-моему. И 3% полиэстер. Это темно-синий цвет. У Natural Букле. Дальше детский каприз трикотажный цвет. Цвет номер 255. Это от Пехорки. Пытаюсь найти. Не могу найти. 50% фибра, 50% мериносовая шерсть. Метраж не вижу, девочки. Первый раз я тоже такую пряжу получила. Дальше. Также китайская пряжа Лама Глама. И это, наверное, все, что я могу про нее сказать. Ни разу до этого я не получала. Тут все на китайском. Вот такая вот она.
Ее видно, но открыть я ее не смогу. Вот она достаточно не тонкая ниточка, но имеет характерный блеск. На Мелоди похожа, девчонки, она. Дальше. Для любителей люрикса, классика жанра. Ализе Ангора Голд Симли. Ну, мне кажется, все знают эту пряжу. 100 грамм 500 метров, 75% акрил, 20% шерсти и 5% металлик. Цвет номер 87. Вот такая вот серенькая. Одна упаковка. Так, заклеим ее сразу. Дальше. Ализе Cotton Gold. Такой оливковый цвет. Ну или даже не знаю, как его назвать. 100 грамм 330 метров. Цвет номер 668. Это у нас полухлопок. 55% хлопок и 45% акрил. Одна упаковочка вот такой вот серенькой пряжи Анна. Анна 20 от Siam. 50 грамм 330 метров. 587 номер цвета. И это 100% мерсеризованный хлопок. Так, Softy Plus вторая упаковка здесь такого же голубого цвета. Одна упаковочка от Camtex Astoria. 5 моточков одной упаковки. 50 грамм 180 метров. 65% хлопок, 35% акрил. И цвет это номер 037. Персик называется цвет. Дальше. Одна упаковочка Ализе Cotton Gold Batik. Какой у нас цвет? Вот такой вот синенький цвет. Открытая, полуоткрытая упаковка. Ну, давайте мы ее посмотрим. Как выглядит, да, расцветка? Вот такая расцветочка в голубых оттенках. Цвет у нас номер 3299, 100 грамм 330 метров. Состав такой же, 55 хлопок. 45% акрил. Так, 5 моточков. Дальше. Одна упаковочка Ализе Буркум Батик. В таком цвете. Здесь также она открывается. Вот так выглядит расцветочка в реальности. 100% акрил, цвет номер 1602, 100 грамм 200 метров. 5 моточков. Я ее сейчас тоже заклею. Там я вижу еще одна упаковочка Softy. Две таких упаковки беленьких хлопок. Амазонка. Чисто белый цвет. Золотая коллекция по германской технологии. Первый раз тоже вижу пряжу эту. 50 грамм 155 метров. Это пряжа от Color City. 45% бамбук и 55% хлопок. Цвет номер 101. Чисто белый цвет, таких две упаковки. Так, и одна упаковочка Softy вот такого цвета. Это уже 50-граммовые мотки. Коралловый цвет, ну такой даже розовый. 50 грамм 115 метров. Цвет номер 265. 5 моточков.
Так. Ернард Виолет, две упаковки, вот в таком цвете, горчичном, горчичный цвет. Этот цвет номер 6340, девочки. Так, дальше. Дальше рассказовская пряжа. Вот такие две таблетки. Это козий пух. Цвет 01. Тоже по 250 грамм моточки. Следующая. Также рассказовская пряжа. Два моточка. Это у нас ангорка колор. Цвет номер 31, девчонки. И последняя упаковка, это также рассказовская пряжа. Рассказовская пряжа, ангорка колор, цвет номер 28, бело-бирюзовый. Имеет вот две таких вот таблеточки. Ну вот, в общем-то, и все. Вся поставка от Екатеринбурга, девчонки. Все, мы с вами посмотрели все обзоры с пряжей. Сейчас будет некоторая передышка. Едет к нам Регина, готовится к выезду Швейторг, новая партия, и собирается и готовится на отгрузку Казань. Все, сейчас у меня по пряже пока пряжные каникулы небольшие, да, недельку, я надеюсь, что будут они. Ну и, в общем-то, все, до встречи уже с вами в следующих закупках, девчонки. Вяжем, я неделю не вязала, очень хочу повязать. С воскресенья я не вяжу, сегодня четверг. Все, на этом я заканчиваю свое видео, девочки. Всем до новых встреч и пока-пока.